Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие. К нам едет ревизор. Какой ревизор? Ютубом стал тот ревизор, что едет делать нам проблемы. Ютуб вводит новые правила для игровых каналов и в скором времени для всех других категорий. Ютуб сообщил об обновлении системы идентификации контента, которая запрещает зарабатывать пользователям на чужом контенте, таких как прохождение игр сюжетной линии, кампании, сюжетные ролики из прохождений, обзоры, топы лучших и трейлеры к фильмам и играм. Есть опасения, что и Машинима тоже попадет под раздачу, ведь она основана на роликах, сделанных на движке игры, и использует персонажей и локации, созданные разработчиками. Кто реально страдает? Страдают новостные игровые видеоблоги, которые хотят донести до зрителей инфу о новой игре, но показав трейлер в своем видео, им могут отключить монетизацию. Почти все игровые компании, за исключением инди-разработчиков, решили встать на защиту своих прав до последнего YouTube-канала. Как уберечь себя от отключения монетизации? Не нужно загружать видео прохождения игр, обзоры топ лучших, сюжетные сцены, фильмы, пользоваться чужой музыкой в своих роликах и всем тем, на что могут заявить свои права создатели этих вещей. Что можно? Можно по-прежнему загружать мультиплеерные игры, которые намного веселее, на них запретов нету. Хотя пока не ясно, насколько далеко все это может зайти. Ведь правообладатели могут заявить, что ты используешь музыку из игры. И либо будут ролики без звука, либо без монетизации. Платная подписка на каналы. Без паники, это не принудительно, а по желанию. Для тех, кто создает свои шоу на YouTube-каналах или телеканалах, которые они заливают на YouTube, могут благодаря платной подписке иметь хотя бы минимальный заработок. Было бы приятно, если YouTube сделал, как на Твиче, платную подписку по желанию в форме доната пожертвований за предоставление различных плюшек, таких как иконки напротив имени и другой цвет у ника. Почему YouTube делает это? YouTube это делает так, как планирует стать ТВ-каналом, пока только в США, поскольку там много ютуберов, которые очень популярны и могут конкурировать с обычными ТВ-шоу. Видимо, YouTube планирует очистить свою платформу от плохих каналов, на которые поступают жалобы, дабы не разбираться с правообладателями. А теперь к нашему мнению. Мое мнение, например, очень простое. YouTube как платформа мне нравится, я хочу на ней стримить, пилить для нее видео, так как это удобно, но, видимо, пора сваливать отсюда на другие планеты, где нас не достанут правообладатели. Ну а что насчет тебя, друже? Ну, у меня такое же мнение почти как у тебя. Все, что не делается, делается к лучшему. Плюс я не стараюсь заработать миллионы на своих видео, я их выпускаю, когда у меня есть свободное время, и это для меня хобби. И из-за этого я не отключаю монетизацию в своих видео. Все с тобой понятно. Ну, я думаю, на этой веселой ноте, скорее всего, мы попрощаемся с нашими дорогими друзьями. Надеюсь, вам понравился наш подкастик такой небольшой. И суть в том, что не очень приятный, возможно, но какой есть. А что касаемо нас, я думаю, что все будет отлично. Всем спасибо, всем пока. До встречи на каналах. Пока. Неудачные дубли с ссылкой. Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие. К нам едет ревизор. Я не записывал это. Пи***ц. Чувак, читай по тексту. Иди нахуй. Я волнуюсь, когда читаю по тексту. И у меня самостоятельно включается внутри что-то. Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы собственно... Обзоры топовые, лучшие. Обзоры топа лучших, естественные трейлеры. Во-во. YouTube вводит новые правила для игровых каналов. И в основном... И в скором, блядь, ебаные скобочки. Тут какой-то напряг есть. Не загружать прохождение обзора топ-игр, сюжетные сцены из игр, фильмов, показывают... Бля! Первый раз запнулся! Показаться, бля. Передается. С***, меня сразил. Ебнухом делать. Могут благодаря платной подписке иметь хотя бы минимальный заработок. Было бы приятно, если YouTube сделали так, как на Твиче. Платную подписку по желанию в форме доната, пожертвования за предоставленный... Сука, так хорошо все шло. 3, 2, 1. Почеши себе яичко. И могут конкурировать с обыкновенными, блядь, сука, телешоу. Слышь, блядь, анальный вектор, хорош уже. Кто, сука, тюре поставил? Я заново не буду. 3, 2, 1. У меня плотные мышки. Я это, блядь, ставлю. Они у меня реально вспотели, чувак. Это
самый напряженный, блядь, подкаст, который нам предстояло записать. Повторяй свою последнюю фразу. Улыбаемся и машем!